Следить за геомагнитными изменениями Крайнего Севера теперь сможет каждый. На территории Ямала появились так называемые магнитометры, и совсем скоро они начнут передавать данные в интернет. А это значит, что метеозависимые люди смогут точно знать, когда ждать очередную магнитную бурю. Любителям северного сияния по силе будет составить его расписание, а предприятия смогут избежать технических ошибок при проведении геолого-разведочных работ. Андрей Селенко узнал, как работает этот самый магнитометр. Магнитометр установили на территории маленького поселка, недалеко от ямальской столицы. Прибор может предсказывать магнитные бури и будет очень полезен жителям северного региона и различным компаниям. В особенности предприятиям ТЭКа. 10% отклонений при бурении месторождений как раз связано с изменением геомагнитного поля Земли. С помощью полученных данных специалисты более точно смогут корректировать работу при освоении залежей. Функционирует вся эта система очень просто. На трех датчиках висит магнит зеркалом, на которое падает солнечный свет. Отражается и фотоэлементами преобразуется в электрический сигнал. И потом этот электрический сигнал цифруется, компьютером обрабатывается и по сети GPRS передается к нам на сервер Измирана. Там мы уже обрабатываем точно. Это не единственный магнитометр на Ямале. Еще два ученые установили на острове Белый и вахтовом поселке Харасавей. Обработанные из трех точек данные будут публиковаться в виртуальной лаборатории. Ее обещают доработать до конца этого года на просторах всемирной паутины. В интернете люди смогут наблюдать за всеми геомагнитными изменениями северной части планеты. Данные помогут метеозависящим людям быть готовыми к возмущениям геомагнитного поля. Пригодятся они и школьникам, изучающим эту науку. Умный прибор также способен вычислить время появления северного сияния. Будет очевидно, что поток туристов, желающих прийти и посмотреть на те северные сияния, которые будут прогнозируемы, многократно возрастет. Еще одну станцию специалисты окружного технопарка оборудуют в Сеихе. Четвертая точка магнитометра позволит быстрее и точнее прогнозировать геомагнитные изменения и появление арктического сияния. Андрей Селенко, Эдуард Предыгер, Вести, Ямал.